российский стендап-комик и резидент Comedy Club Павел Воля поразил поклонников невозмутимым видео во время катания на так называемых американских горках, одном из самых популярных и захватывающих дух аттракционов, расположенном в парке развлечений Порт-Авентура в Испании. Играл в покер-фейс, держал лицо, штаны потом поменял, конечно. Подписал резидент видео подвига, опубликованное в Instagram-аккаунте. Ну да, страшно. Важная информация. Теперь на канале новости шоу-бизнеса InfoTime появится еще одна рубрика «Интересные факты о знаменитостях». Видео будет выходить каждое воскресенье. Не пропустите. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, и вы ничего не пропустите. Выпуски выходят каждый день. Всем удачи!